Добрый день! Сегодня 3 декабря 2020 года. Мне наша подписчица прислала стихи с очень хорошим предисловием. Сказала: Галь, мне так нравится, когда ты читаешь. И я после того, как послушаю в твоем исполнении какое-то стихотворение, иду и тоже ищу и поэзию, и современную, и классиков. И меня это очень радует. И попросила моего разрешения прислать какие-нибудь стихи. С удовольствием присылайте, мои девочки. Я почитаю. У меня теперь времени поменьше на то, чтобы самой выискивать те крупицы, которые мне нравятся, но я с удовольствием поклюю то, что вы предложите. Вот ее вариант. Живите несерьезно, иначе будет поздно, иначе вся вселенная вам станет угрожать, и все вас будет мучить, и все вас будет злючить, царапать и колючить, кусать и обижать. Живите, улыбаясь, собою наслаждаясь и не загромождая серьезностью проблем. Поверьте, все решится, начнется, завершится. И незачем страшиться, что плохо все совсем. Везде есть смех, аптечка, и юмора частичка, и вредно хмурит личико. Оно стареет так. Живите несерьезно, иначе будет поздно. Иначе, став нервозным, услышите: дурак! Спасибо, моя золотая, за такие замечательные стихи. Они очень веселые, они очень соответствуют главной тематике нашего канала – оставаться счастливыми в любых ситуациях. Потому что даже если иногда нам кажется, что всё, жизнь закончилась, и все получилось до наоборот, со временем вы поймете, что случилось все именно так, как должно было случиться, потому что оно выводит вас на новые пути, и вы там становитесь более счастливыми, чего я всем и желаю. А с вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.